Вениамин Кондратьев посмотрит, как идет реконструкция федеральной трассы Краснодар-Верхний-Баканский и проектируемый участок новой дороги в селе Гайдук Новороссийска. А уже после объезда развитие автодорожной инфраструктуры края обсудят на совещании. Его проведет губернатор. Участие примут его заместители, а также исполняющий обязанности руководителя УПРДОР Черноморья Дмитрий Горб и директор краснодарского филиала госкомпании «Автодор» Николай Ильин.